Так, это у нас маслины. Оливковое дерево, вот завязался первый плод. Они выдерживают до 15 градусов мороза, прямые лучи солнца, ничем никогда не поражаются, никакими вредителями. Очень хорошо растут на балконах, застекленных, на верандах. Вот. Очень красиво выглядит. Да, ветвисто красиво так выглядит куст, и засуху выдерживает бешеную. Может, месяцами можно не поливать. Очень сильно посухоустойчивые растения. Да, вот видно, молодые веточки пошли. Здесь, да. Здесь. Очень красивое, хорошее растение. Да, и плодик он есть даже.